Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 Space Marine, первая часть. В этом году должна выйти вторая. Но освежить память первую тоже не мешало бы. Значит, остановились мы победа и жертва, по-моему, 14 глава, если я не ошибаюсь. И давайте продолжим историю нашего космодесантника. Все кончено, Тит. Но Номерот и его демоны все еще здесь, на свободе. Да, но он застрял в этом мире. И он жаждет заполучить источник энергии. Нужно переправить его в убежище. И снова хорошие новости. Лейтенант Мира сообщает, что флот освобождения вошел в систему. Наверняка Инквизиция отправила с ним своих агентов, капитан. Возможно, получится вернуть источник им. Инквизиция уже не смогла предотвратить ее использование хаосом. Никто больше не должен использовать это, Леандр. Скажите лейтенанту Мире, чтобы прислала за нами Валькирию. Да, капитан. Думаю, что вариант жахнуть из болтера в этот чертов источник энергии даже не рассматривается. Слишком рискованно. Вдруг это откроет еще одни врата Варпа. По возвращении на Макредж я передам это магистру Ордена и его библиариям. А до этого... Мой самый надежный брат доставит его на ударный крейсер и запрет в арсенале. Ладно, испытаем еще этот пулеметик. Доставьте ее куда следует, сержант. Как можно скорее. А вы что будете делать, пока я буду выполнять это поручение? В этом мире еще остались тысячи еретиков и предателей. Я намерен уменьшить их число. Валькирия лейтенанта Мира уже в пути, капитан. Отлично. Мы отправимся на посадочную площадку и будем наблюдать за силами хаоса. Так, Мира, Мира. Редкое имя достаточно. Ну, Мира Сарвина достаточно, популярная актриса. По-моему, во втором «Обители зла» снималась у этого... Ой, как он там? Mortal Kombat, который снимал режиссер-то. Забыл имя. Муж Милы Йовович-то. Туда! Собирайте устройство! А, Пол Андерсон, да, вот. В зону посадки! Есть, капитан! Отправьте их в забвение! Проклятый потерь! Господи, сам! Вы достали, блин. Да, блин. Какой-то, блин, пиксель запнулся. Да иди в жопу, блин. Вы такие жесткие-то, блин, ребята. Капец, блин, кто там? Что там? Вайда вас как насрано, вот ей-богу, блин. Ай, патроны кончились, да? Отлично. Пинали меня, конечно, знатно. Вся винтовка ушла, ну. Ультрамарины встали! Предатели настроены решительно.
А на этой площадке укрыться особо негде. А, это херово. Этот пулемет, короче, херовая какая-то штука, блин. Так, это наши. Как ты умеешь эффектно не в тему появиться, блин, за спиной? Сидоний! Ну, наконец! Нет! Блин, такая читерная у него навык, блин. Обездвиживание. Красивая игрушка. Таящая столь великую мощь. Это устройство — дар самих богов хаоса. В нем ключ моей эволюции, моего возвышения до демонического бессмертия. Мои армии зальют звездные системы человеческой кровью. Ты снова сопротивляешься касанию. Только глубокая связь с варпом объясняет это. Ты скоро присоединишься к нам, брат. Я не успел спасти его. Сидоний погиб славной смертью. В сражении. Не время скорбить, Леандр. Обрати свои мысли к отмщению. Немирот заплатит кровью. Блин, пулемет надо все-таки, наверное, поменять, блин. Полщита снял, падла. Да. Гнусный отступник. Ну, пехоту им нормально гасить, в принципе. А, блин, ну твою мать, блин, даже спрятаться не дадут, блин. Предатели здесь!
раньше-то никак было, блин, а менять эту пушку, короче, она какая-то беспонтовая. Капитан Зит, мы готовы доставить вас. Сержант. Владыка предателей убил его. Как предатели? Такие искусители, наверное. Ты сказал, что работа инквизитора была ересью. Ты был прав. Что ты имеешь в виду? Немирот хочет использовать источник энергии, чтобы трансформироваться в князя демонов. Чудовище! И как же нам тогда ему противостоять? Я убью Немирота, когда он будет наиболее уязвим. Во время трансформации. Ой, да. Стерегите Сидония, пока не прибудет апотекарий. Затем подключайтесь к атаке. Идти одному самоубийство. Или хуже. Мы знаем, что враг весьма заинтересован вашей связью с хаосом. Ты боишься, что я обращусь к хаосу? Нет, конечно. Но что бы ни лежало за вашей устойчивостью, это только на руку врагу. Почему? Возможно, эта сопротивляемость поможет вам сразить его. Я убью Немирота или же достойно погибну в сражении. Мне нравится первый вариант. Сопротивляемость проявить себя в бою. Да будет так. Да будет так. Князь демонов. Пятая часть у нас начинается, ребят. Я должен попасть на орбитальный шпиль. Прощайте, капитан. Так сразу, что ли? Прощайте, блин. Так, ну все, у нас все полное вроде как. Прощайте, блин. Да все там, на поминки скиньтесь еще. Упорный труд занимает тело и отвлекает разум. Это благородное и достойное дело. Вонь ксеносов заполнила весь комплекс, но ради научного прогресса придется потерпеть. Я добыл для экспериментов несколько особей — орк, тау, эльдар. У меня даже был тиранит Ликтор. Техножрецы едва не взбунтовались, узнав об этом. Я создал оружие таким образом, чтобы энергия варпа нацеливалась в слабые области мозга ксеноса, разрушая их. Такова была моя теория. На практике же все кончалось тем, что у подопытных взрывалась голова. Отвратно, но эффективно. Оружие работает. Так, это что там? Короче, ладно. Что уж вот эту пушку оставим. Нахуй вот этих тяжелых пехотинцев полцают. Гранатами так достали. Ой. Это плохие новости. Так ты чё, урод? Капец, они тут накидывают гранатную. Пипец, блин, чмошники, блин. Ангелы смерти! Я не честная воля!
только кроме как добивания мне как жизнь восстановить. Ну, ярость еще можно включить. Ой, застрял, как жаль. Да блин, где ты, тварь? Да? Ты можешь спокойно постоять, чмо, блин? Плясывать что-то начал там, блин. Да. Так на вас патронов не напасешься. Готовься, ага. Нормально-то вообще никак упасть, что ли, блин. Капитан Сид, флот освобождения на орбите. Войска высаживаются и готовятся атаковать орбитальный шпиль. Он отделен, но все еще остается вражеским укреплением. Флот готовится к полномасштабному наступлению. Этого будет недостаточно, чтобы остановить силы хаоса. Я знаю. Удачи, Сид. Блин, на дальняк надо стрелять, мне одни гранаты дают. Че к чему? Так, как это вообще пройти-то туда? А, вот. Как-то так. А, боеприпасы мне нужны. Первое время хватит. Так, что у нас? Гранаты, по-моему. Хаоса, что в стратегии тоже такой упор на ближников сделан был. Все, тоже у них все ближники в основном. Такие жесткие, блин. Ну как в основном? Только вот эти, по идее, а так-то больше там было. Нарушители пройдут курс воспитательной терапии. Орков? Ну да, вот орков больше ближников здесь, в этой игре. Так у Хаоса там у них все войска практически в упор, блин, ништяк хлестались. Так, что есть? Это мне, пожалуйста, это... Нет, это мне не надо. Это самая хорошая винтовка. Началось. Чмо, блин, еще покоцал меня так. Уничтожьте этот космос! Ты чё, тварь?
Покажите им нашу ярость! Блин, пришлось доюдать ведь, блин. Можно было бы отключить, чтобы часть сохранить. Сейчас вот что-нибудь важное будет, блин, а у меня не готово. За этих что-то вообще ярости не дают. Было бы какая-нибудь еще вторая шкала. Одна, ну как бы это, на запас бы еще копилась. Что-нибудь бы такое дали. Блин. Вот и я. Я даже фиг его знает. Или эту взять. А эти попробуем. Что такое? Граната такая, что ли? Охренеть. Вы чё? Вы пошли нахер? Блин, где этот дядя, блин? Как отключить тряску экрана сраную, блин? Из-за нее я промазал еще, блин. Вообще вот во всех играх отключаю, блин. Из-за нее тупо мажешь, блин, еще. Пять патронов нет, что за хрень. Так, кстати, если добежать до конца, тут что-то будет. Может, патроны будут? Или вообще ни хрена ничего не будет. А, у меня гранаты кончились, что ли? Да, конечно. Кстати, неплохо против таких вот засранцев. По башке-то им хорошо залетает. Тут тоже, блин, вот пополнение жизни здесь как-то, я не знаю, недодумано. Где-нибудь бы аптечки еще валялись. Император, кстати, по-моему, хаос-то тут обманул по итогу. Блин, куда стреляли? Нам сюда, скорее всего, да блин. Все-таки корявая немного игра, но можно сделать скидку, она все-таки старая. Накопилось наконец-то это.
Ярость наконец-то накопилась, блин. Куда ты убежал? Припасы. Чем такое? Те времена как раз, по-моему, Хала выходил, там тоже пулеметы можно было отрывать. Крайзис, по-моему, уже нет. Крайзис или был, или нет. Отлетели. Главное, у кого пулемет. Так. Так, что у нас вообще? А, оп. Я какую-то хрень подобрал. Нет, давай мне вот эту назад. Тяжелый болтер и череп мне нужен. Устройство варпа. Где он? Ты не получишь его, демон. Расскажешь мне об этом, когда сдохнешь? Как бы он еще, получается, и ломал этого инквизитора-то. Так, в принципе, достойно даже, можно сказать, держался. Ноги, блин. Этих постоянно спамит, блин. Таких козлов надо сразу убивать, блин. Я что-то, блин, еще. Ну, его с пулемета хер победишь, блин. Надо было скинуть его, расстрелять и потом снова подобрать. Я уж думал, блин, ну как-то хватит ему что ли дамаги, один фиг два раза с винтовки. В общем, на дальняк пулеметы вообще ни о чем. Так. Ультрамарины, это капитан Тит. Должен попасть на орбитальный шпиль. Пусть пилот идет на заход. Да, сэр. Это тут наши хоть братки. Докладывает отряд «Корвус Кровавые Вороны». Мы присоединились к флоту освобождения Убаки вместе с отрядом «Черных Храмовников». Добро.
обрушьте на них всю ярость, как в священной войне на Аврелии, и мы будем рады каждому кровавому ворону среди нас. Можете рассчитывать на это, капитан. Потом присоединитесь к атаке на орду демонов. И остановите всех, кто будет преследовать меня по пути к шпилю. Никто не сможет упрекнуть нас в ультрамаре. Честь и слава, кровавый ворон! Еще один мощненький. Как закрутился. Капец у вас тут. Твою мать! В атаку! Да блин, задрали своими гранатами! Блин, так тут херово жизнь восстанавливать, это, конечно, блин, капец, блин. Еще, блин, хоть бы дольше оглушенным оставался. Что, блин, на ярости откат. Еще хаос. Ну конечно, как не то. О, бля. Пипец. Не теряйте бдительность. Отбросить их назад! Как ты... А он как будто знает, что я в него, блин, вот именно в прицеле его именно держу. Умные дяди, блин. Наземные части. Приближается посадочная капсула ультрамаринов. Приземление сейчас. Давай. Ультрамарины, занимайте позиции по команде. Ультрамарины, занимайте позиции по команде. Здесь какая-то жесть творится. Очистить и жечь. Thank you.
Так, а чё, это чисто десантно вам помогли? Уничтожьте вот так учу. Эти отряды хаоса. Должен попасть на орбитальный штырь. Да, да, да. Вот бесит ты уже, блин. Капитан Тит, докладывает отряд Солинус. Мануфакторий Нарзес под контролем. Хорошо. Какие будут приказы, капитан? Задержите силы хаоса здесь. Понятно. С собой бы братву-то взял, чё? Один против всех, так вот по приколу, да и... Дандеркок готов к транспортировке, капитан Кит. Покажи все, что можешь, пилот! Я отвезу вас в глаз ужаса, если прикажете, капитан. Сегодня мы должны уничтожить шпиль, брат. Там дали, да? Иранец. Так, оружие, в общем-то, нам сохранили. Я постараюсь продержаться, сколько смогу, капитан. Нет, брат. Воссоединись с нашими и обрушь на врага свою ярость. Это только моя битва. Да, сэр. Капец, ты жадный, блин. До фрагов, блин. Блин, да странец в каких-нибудь текстурах, блин, он как-то у них замочил, не знаю как. Так, тут какие-нибудь текстуры упрется и пипец, блин. Или какой-нибудь, если мощный какой-нибудь этот мобик, считай, тебя убили, блин. Безумие меня не остановит. И тебе меня не остановить. Блин, упал, блин, трындец, блин, опять беги вот через все это, блин.
что, исчезает дядя, блин? Дальше. Черепок. Я столкнулся с неожиданными результатами. Энергии варпа по-разному влияют на различных особей. Я могу настроить оружие таким образом, что оно причинит максимальный ущерб любому противнику. А если под взрывную волну попадут люди, им ничего не сделается. Это просто замечательно. Я не спал вот уже 2 дня. Используя устройство варпа, тем сильнее кто-то атакует мои психические щиты. Мне нужно отдохнуть. Интересно узнать, чем это все дело-то закончится. Темные боги! Темные боги! Мир погружается во тьму! Да, это что-то крутые дяди. Орки с одного тычка падали, ну обычно. Все-таки хаос. Они типа крутые. Куда-сюда. О, бля, как вы достали, бля. Убейте Лейса! Думали и твои братья, предатели. Их трупы устлали мой путь. Не, тут чисто так, я думал, что-то есть тут. А, действительно что-то есть. Психические атаки усилились. Начались галлюцинации. Я слышу чье-то имя в своей голове. Я должен противиться этому. Ибо случилось нечто совершенно неожиданное. На эту планету внезапно вторглись орки. Время они выбрали идеальное. Моя психическая плеть почти готова, а из миллионов орков получатся отличные подопытные. Я спасу эту планету. В историю это событие войдет как переломный момент, когда мы их повернули вспять инопланетную угрозу. Вошло, но не так. Нет горючего. Ну, ранец с молотком это вообще имба, блин, так. Да, в принципе, вот такая небольшая достаточно продолжительность по нынешним меркам. Ну, честно сказать, ничего нового не появляется, поэтому главное не затягивать, то игра просто уж потом бесить начнет такая вот. Так, что у нас тут? Шторм. Так, топорик мне, пожалуйста. Так, я думаю, это мы оставим. Пойдем дальше. Ой!
Как ты че, урод? Пипец, блин. Тварь, блин. Еще дневничок. Это с запись стороны. Мне Мирота. Я забираю это тело. Я вселяюсь в этого инквизитора. Я овладеваю его секретами. Устройство варпа. Здесь. Так близко. Но как мне к нему? Да, при помощи ультрамаринов. Так все совпало. С нами! Ну, бля, зайдите в жопу со своими гранатами нахер. Этих вылупили, что ли, из маленьких дрищей такая куча. Во имя и славу хаоса! Только не они! Да блин! Главное... Да ты чё, блин, прыгать-то не устал ещё? Такой респаун-то может есть на этот? На прыжки-то твои, блин. Так они... Так ты чё, урод? Ультрамарины в цели! Так, ну, блин, чмо! Пусть галактика заболает! Пусть ложки сдохнут, блин, то есть вы. Ну, а уже так достаточно серьезно тут все, как после появления хаоса. Кстати, с орками-то тоже, конечно, я фейлился, но там так как бы. Один, может, момент только такой был, когда инквизитор дверь там открывал. Запарный. Что ехать-то далековато. На твоих руках много крови, Немерод. За всех, кого ты убил. За Сидония и ради Императора я прикончу тебя.
походу, что финал босс у нас будет. Так, ничего тут у нас нет. Грозные боги хаоса, я не Мирон, ваш вестник и воитель. Чтобы прославить вас, я сжег дотла 1000 миров. Вы дали мне задание вернуть этот осколок вашего могущества, и я сделал это. В принципе, нормально у меня вооружение, единственное, что пополнить бы его. Осмелившиеся посягнуть на него палят мои руки. Вот это вот взять. Или все-таки винтовка, блин. Не знаю, ладно. Наверное, все-таки ближний бой будет больше. Попробуем так поиграть. Так, глава 17, человек и демон. Я возвращаю эту темную реликвию вам. Я предлагаю вам этот мир и все, что есть в нем. И ожидаю обещанную мне награду. Ждешь встречи с богами? Я отправлю тебя к ним. Признайся, Дид. Сила хаоса в тебе. Она взывает к этой реликвии. Только вообрази. Ультрамарины завоевывают всю галактику во главе с тобой. Представь силу, которой ты мог обладать. Как раб хаоса? Никакие твои слова не заставят меня свернуть с пути чести. Я отомщу за гибель моих боевых братьев. Ты мне уже не соперник, ультрамарин! Мое восхождение не остановить! Даруйте мне милость! Исказите мою плоть, дабы я стал демоном! Покажите глупцу истинную природу силы! Убедись! Оправди сомнение! Тут винтовка-то мне бы не помешала, кстати, на самом-то деле. Так, здесь что у нас лежит? Ах ты чё, урод? Пипец, блин. Вы давно не обращали взор к небу, капитан Тит. Вы открыли портал в царство хаоса, капитан. Наши легионы уже вбились в него. Раб уже императора пытался спасти эту планету от одного вторжения. Но взамен привел на нее другое. Да блин, ну...
конечно, надо застрять, блин. Ваши жалкие имперские части будут сметены с лица этого мира. Скоро в эту реальность переместится весь мой флот целиком. Они погибнут сегодня. Так, блин, вот что за добивания дурацкие такие, блин. Вообще нечестно, блин. Че, все по новой, что ли? Вы дали мне задание вернуть этот осколок вашего могущества, и я сделал это. Да, но винтовку мы все-таки оставим. Рабы уже императора, осмелившиеся посягнуть на него, пали от моей руки. Почему воду надо будет подрезать? Тут, походу, меня много убивать будут. Я возвращаю эту темную религию. Так, пропустить это можно? Реликвию вам. Ты мне уже не соперник, ультрамарин. Мое восхождение не остановить. Даруйте мне милость, исказите мою плоть, дабы я стал демоном. Покажите глупцу истинную природу силы. Приоритетные цели! Пожалуйста, удар! Да блин, тварь! Вы давно не обращали взор к небу, капитан Тит. Вы открыли портал в царство хаоса, капитан. Наши легионы уже ринулись в него. Раб уже императора пытался спасти эту планету от одного вторжения. Но взамен привел на нее другое. Жалкие имперские части будут сметены с лица этого мира. Скоро в эту реальность переместится весь мой флот целиком. Вы умрете! Да блин, ну твою мать, ну! Блин, ну тут застрял, блин, ну вот сейчас придется эту тратить, блин. Иначе убьют, блин. Твое дело безнадежно, Тит. За мной стоит воля темных богов. А за тобой у тебя нет никого. И ты умрешь здесь. Один. Ну все, папочка. Смерть моих слуг ничего не изменит, а я недосягаем.
Боги хаоса защищают меня энергией, что сотворило все сущее! Ты забыл, Немерод. Мне теперь тоже знакомо касание варпа. Ой-ой, надо. Встану снова, и тогда свершу свое отмщение. Или ты встретишь меня с распростертыми объятиями, сын хаоса. Никогда. Руку-то не отпилил ему таким. Ну что, долго тебя еще мутузить-то, блин? Сжать-то тебе надо, блин. Ой! Финальный босс такой себе, да? Если это... Всё. Ты скоро присоединишься к нам, брат. А чё-то я не горю желанием. Вы спасли этот мир. Да, такая игра не очень большая. Даже не 8 часов, что раньше стандартом было. Для крупной игрушки. Теперь я знаю, что ультрамарины тоже люди. Более чем, лейтенант. Лайки, подписки, ребят. На этом, видимо, конец. Подписывайтесь на другие мои ресурсы по ссылкам в описании видео, в шапке канала YouTube. Смотрим окончание. Здесь проклятая инквизиция. Его раны происходят от хаоса. Вы уверены в своих словах? Нет, конечно. Капитан Тит подвергся порче хаоса, инквизитор Тракс. Я не еретик! Ложь! Только агент хаоса мог выстоять перед излучением варпа. Я уничтожил демона! Но помогли ли вам темные силы? Мы должны знать. Вы отправитесь со мной. Капитан, или инквизиция вынуждена будет признать, что порче подверглись все ваши ультрамарины. Уж не говоря о тех, что стоят рядом с вами. Это пустые угрозы. Не слушай.
Инквизиция уничтожит тебя, Мира. А на ультрамаринов ляжет пятно вечного позора. Оставьте лейтенанта и моих братьев в покое. Я с вами. Я сам не знаю, почему я сопротивляюсь касанию хаоса, но клянусь, что узнаю правду. Мы все узнаем правду, космодесантник. Кодекс Астартес не оставляет места для сомнений. Нельзя без последствий соприкоснуться с варпом. Кодекс Астартес — это свод правил. Они направляют нас, ультрамаринов. Они учат нас превыше всего ценить долг и честь. Но подлинное испытание космодесантника, как он живет с этим? А ты его провалил. Автомат Тони никто не заберет, вроде как. Подозревают ведь в чем-то. А тут вот это. Сейчас возьмет, всех перестреляет. Ну, типа, на повышение захотел, наверное. Капитана сдал. На планету сдерживаю. Этические объекты под контролем. Текущий статус в карантине по приказу инквизитора Тракса. Предлагаемый план действий. Запросить капитана ультрамаринов Тита в связи с впадением в ересь. Видимо, с этого вторая часть продолжится. Видимо, давно хотели сделать, но что-то, видимо, плохо игра продалась. Честно говоря, не знаю, как у нее с продажами. Так, в общем, ребят, на этом все. Еще раз лайки, подписки там, кто еще этого не сделал. 2010 года, памяти разработчика какого-то. Ну, либо человек, связанный вообще со вселенной, это Вархаммер. Честно говоря, не знаю, кто такой, но земля пухом, как говорится. Ладно, увидимся в новых видео. На этом все. Всем пока.